Когда однажды поздно или рано закончится валютный твой запас, ты снова заскучаешь по Ирану, опять приснится Яст или Ахваз. Припомнишь белоснежные вершины, те, что видны из окон Тургабе, и загрустишь по той простой причине, что вновь туда захочется тебе. А мне бы еще хотя бы раз попасть в Машкат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на Абаданах попотеть, от Делистера забалдеть, да я от долларов не стану отрекаться. Не отрекаются, любя. Когда меня с Ираном обломили, весьма паскудно было на душе. Должно, мои начальники решили, что мне валюта не нужна уже. Я не пойду просить и унижаться, не стану их в обратном убеждать. Я буду с гордой мордой обижаться, а им на это будет наплевать. А мне бы еще хотя бы раз попасть в Машкат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на Абаданах попотеть, от Делистера забалдеть, да и от долларов не стану отрекаться. Не отрекаются, любя. Когда несправедливость торжествует, обидно это, скажет вам любой, особенно когда она дуркует, глумится не над кем-то, над тобой. Для утешения сравнивать не стану себя с другими бедными людьми. Я все-таки скучаю по Ирану, не только из-за баксов, черт возьми. А мне бы еще хотя бы раз попасть в Машкат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на Абаданах попотеть, от Делистера забалдеть, да и от долларов не стану отрекаться.